Здравствуйте, Ильшат, компания Maxi Markets TV. Можно задать вам несколько вопросов? Конечно. Давно ли вы торгуете на рынке Форекс и какими впечатлениями можете поделиться? Торгую с 2009 года, в Maxi Market торгую с 2014 года. Вот вы сказали, что у вас был опыт торговли в другой компании. Можете назвать преимущества компании Maxi Markets? До этого у меня были компании Teletrade, X-Forex, Finam, BKS. Ну, Finam это российские рынки, BKS тоже российские рынки. X-Forex и Teletrade отказался от их услуг, потому что по сравнению с Maxi Market, платформа, онлайн-платформа, ну я не торгую на онлайн-платформе, но их онлайн-платформа, они предлагают эту онлайн-платформу, которая не позволяет делать быстрые сделки, ну опоздание. Второе, техническая поддержка, ну Teletrade хорошая, и X-Forex никакая, можно сказать. А Maxi Market преимущество, это очень хорошая поддержка консультантов, менеджеров, сигналы своевременные, очень достоверные сигналы на опыте, это я уже испытал. Также все вопросы решаются персональным, личным менеджером быстро и четко. И очень хорошее отношение к личным данным, можно сказать, со стороны Maxi Market. И очень доволен, что с ними связался. Ильшат, а на каких валютных парах вы обычно торгуете? Я торгую на всех и на индексах, на всех валютных парах и на индексах, кроме акций. На акциях я не торгую. На данный момент вы довольны своими результатами? Да, я очень доволен своими результатами. Надеюсь, они будут в дальнейшем тоже очень хорошими благодаря компании Maxi Market. Благодаря менеджерам хотел бы отметить, я начинал торговать с Сергеем Никулиным, очень хороший персональный менеджер, потом Михаил, Антон, и в итоге сейчас со мной Миллер Оксана, хочу отметить ее очень деловые качества, очень хорошие, и очень хорошо работает со своими клиентами. А как вы считаете, Форекс может стать основным заработком? Он не может стать, он должен быть основным заработком. Главное соблюдать риски и следовать нужной своей стратегии, придерживаясь еще требованиям брокеров и, конечно, исполнять все указания менеджеров, консультантов. Что бы вы посоветовали начинающим трейдерам? Начинающим трейдерам, чтобы понять движение валютных пар, это очень тяжело их понять движение, поэтому лучше придерживаться все-таки, торговать минимальным лотом для уменьшения рисков, это обязательное условие, не использовать плечи, которые предлагает Maxi Market, это очень хорошо при хорошем движении, так использовать минимальные плечи, и чтобы исполнять сигналы, которые поступают в Maxi Market, следовать сигналам 100%, а не ждать там сверхприбыли и так далее. Фиксировать вовремя вот какую-то прибыль. И обязательно не забывать. Ильшат, спасибо вам большое за уделенное время. Компания Maxi Market желает вам успешной торговли. Спасибо Maxi Market за поддержку, за то, что вы есть. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество с вами. Спасибо. Обязательно. Спасибо. Здравствуйте, Сергей, компания Maxi Markets TV. Можно задать вам несколько вопросов? Да, здравствуйте. Можно. Давайте задавайте. Давно ли вы торгуете на рынке Форекс и какими впечатлениями можете поделиться? Торгую на рынке Форекс 3 месяца, с 26 сентября. Честно говоря, очень хороший результат. Я не ожидал, что такой результат будет.
Вот, но как бы получилось очень хорошо, очень хорошая рентабельность вложенных инвестиций. Вот, как бы, ну, пока что вот результат не удовлетворяет. Скажите, как вы оцениваете работу вашего личного менеджера, как помогает это вам в работе? Вообще я как бы доволен работой и с личным моим экспертом Викторией Андреевой, и с коллегами, которые работают в VIP-отделе. И Антон, и Михаил, и Андрей, в общем-то, очень доволен, отвечает на любые вопросы, там, сложные, простые, детские, взрослые, там, может быть, они кажутся для них какие-то странные, не странные, но я получаю ответ на любой свой поставленный вопрос. Мне это, так как имею опыт работы, там, ну, руководящий, и я как бы очень доволен, что я получаю нюансы, и я получаю все ответы на все вопросы, которые у меня просто возникают. Ну, я как бы считаюсь новичком в этом бизнесе, в финансовом бизнесе, да, на финансовом рынке. И для меня это очень интересно. И я, как, честно говоря, доволен, что вот работаю с такими вот, значит, людьми. Сергей, вы работаете в составе VIP-отдела и используете в том числе такие инструменты, как акции и индексы. Расскажите немножко поподробнее об этом. Ну, как бы к этому меня подвигали, ну, как бы мои вот товарищи Максим Маркетс подвигали к этому постепенно, потихоньку, и в конце концов подвинули. Сначала я как бы мысленно был не готов к этому, потом все-таки как бы они сказали, давай попробуем. Попробовали, результаты хорошие. Самое главное, но здесь все зависит, в общем-то, от человека, который выходит на финансовый рынок. Я думаю, что в первую очередь здесь у человека должна быть очень хорошая психологическая устойчивость к тому, что творится на финансовом рынке. И как бы предугадать, допустим, движение там рынка вверх-вниз очень тяжело. И, тем более нам начинающим там трейдерам, да, как бы у вас может быть полегче, потому что эксперты, может быть, больше знают, у них опыта побольше уже. Нам тяжело, вот, но... И индексы хорошо проторговались, и, значит, акции был опыт сначала, как бы, ну, неожиданно, сначала там поставил на рост, акции упали, был нервный срыв такой, но потом меня как бы успокоили, сказали, подожди, все как бы вернется к цене, которая как бы реальная цена, значит, да, действительно, все со временем нормализовалось. И я как бы потихоньку сейчас, не то нельзя сказать, что я сейчас как бы уже полностью стрессоустойчивый, но я уже начинаю понимать, что как бы надо не торопиться. То есть надо не торопиться на финансовом рынке. Все, как мне сказал мой эксперт, любую сделку можно всегда вывести в плюс. Это вот как бы ее золотые слова, и я как бы ее эти слова вот теперь запоминаю и запомнил. Вот, и во многом они мне, конечно, помогают вывести любую сделку в плюс, то есть своими советами, рекомендациями, то есть они не бросают, меня не бросают. А как вы считаете, Форекс может стать основным заработком? Вы знаете, вообще-то я думаю, что Форекс может быть основным заработком, но это, ну знаете, как у нас, ну не для всех, то есть он все-таки не для всех. Потому что помимо, ну это знаете, у меня немножко как бы, если вы знаете историю, допустим, антикризисных управляющих в свое время, лет 15 назад была мода на антикризисных управляющих, в которые шли все, кому не попало. Шоферы, там, я не знаю кто, продавцы. То есть вот все была мода на антикризисных управляющих. Но это, если это не их работа, это не их работа. Все-таки финансовый рынок – это рынок для людей, которые, во-первых, как бы чувствуют, что это их стезя. Да, может быть, это кому-то нравится, может быть, кому-то это не нравится. Вот. Мало того, что человек хочет, нравится или не нравится, он должен еще какой-то иметь какие-то способности к этому рынку. Но я думаю, что, скорее всего, финансовый рынок – это может быть постоянным заработком для определенного круга людей.
Сергей, спасибо вам большое за уделенное время. Компания Максимаркет желает вам успешной торговли. Спасибо большое. До свидания. Вас с Новым годом с наступающим. Вас с Новым годом. Спасибо. Всего доброго. До свидания.